А что думают новоуренгойцы про поговорку «бьет, значит, любит»? И сталкивались ли они с семейным насилием? Об этом мы спросили у горожан. Я, конечно, слава богу, с этим не сталкивалась. Не знаю, но у меня таких родных случаев, слава богу, не было. Конечно, отношения к этому негативные. А как относитесь вообще к домашнему насилию? Отрицательно. Казнить, нельзя помиловать. Я не признаю этого. Я считаю, если такое есть, то это надо сразу как-то пресекать. Ведь даже BBC уже написала про домашнее насилие именно в России. Я считаю, что это очень важная тема и считаю, что правильно делают, что борются за это. Это очень сложно об этом говорить. Мне очень жаль. А вы лично сталкивались с такой проблемой? Я лично не сталкивалась, но мне безумно жаль этих женщин. Я прекрасно понимаю, почему люди... Женщины не могут уйти от этого. Даже мужчины страдают от домашнего насилия. Дети, старики, пенсионеры. Ну, отец иногда поддавал и немножко руки распускал. А так не встречал. А сами вот после такого урока из детства? Вы что? Вот после такого урока я ни за что, никогда и ни при каких условиях. Потому что когда ты сам это пережил, то понятное дело.